Наш пресс-центр продолжает свою работу на втором дне выставки «Prodexpo 2022». Здравствуйте, давайте знакомиться. Добрый день, меня зовут Евгений. Представляем торговый дом «Консерватор». Я заместитель генерального директора. Вот. Участвуем в этой выставке. Вот, хотели бы показать свою продукцию, представленную здесь же на стенде. Вот. И прорекламировать, показать, продегустировать. Вот. Занимается компания производством соусов. Давно. Ну, с 90-х годов поставщики разных сетей, делаем частные торговые марки. Вот, вот. Сейчас запустили новую линейку вот, данных соусов там, соевых, вот, китайских. Вот. Ну, и для этой вот новиночки тоже хотелось бы тоже это продвигать на нашем рынке. Завод у нас находится в Республике Беларусь, в Бресте. Вот. Стараемся все делать качественно, очень полезно, вкусно. Вот. И надеемся, что всем все понравится и будут приезжать и покупать, и также размещать свои СТМы на нашем заводе, производстве. Вот. Мы тоже надеемся, да, и давайте теперь с вами познакомимся. Расскажите, наверное, еще о линейке уже зарекомендовавших себя продуктов, которые уже полюбились покупателям. Добрый день, меня зовут Константин, я заместитель коммерческого директора. Да, мы, как уже мой коллега сказал, совершенно правильно, что мы этим линейка хрен, горчица и аджика, мы очень давно этим занимаемся. Это уже проверенные качества годами, очень пользуются спросом. И, в принципе, люди готовы у нас покупать, готовы делать СТМ. С чем мы и тоже им помогаем, чем можем в продвижении данной продукции. Замечательно. Ну, давайте, наверное, расскажем, что какое сырье, где вы его берете? Сырье, в частности, завод находится в Бресте, в Беларуси. Вот, мы используем европейский, вот, в частности, в хрен. Мы используем из Польши хрен, перерабатываем его и изготавливаем. Используем только все натуральное. Все, в принципе, все, ну, комплектующая часть приходит с России, а остальное, ну, большая часть с Европы. Вот. Качество все тоже проверено, идеально. А, ну, комплектующая, да, комплектующая у нас с разных мест. И частично с Европы, ну, и часть с России. Вот. Берем самое лучшее, привозим в Беларусь, и там делаем потрясающий товар. Ну да, да. В Беларуси очень требовательно. Экологически чистая зона. Там очень еще требовательно все. Одно, как бы, само там, ну, на правительственном уровне все контролируется, отслеживается. И тем не мы уже, и некоторые сети даже приезжают к нам, проверяют все качество, которым мы делаем СТМ. Вот, они все это контролируются. И пока стараемся держать марку и, как говорится, делать все из натурального сырья. Надеюсь, так и будет. Хочется пожелать вам, во-первых, удачи на выставке, потому что здесь собрались крупные игроки этого рынка, и надеюсь, что ваш товар, ваша линейка и новинки их заинтересуют, и простые московские покупатели в ближайшем магазине смогут найти всю линейку и оценить по достоинству. Спасибо большое и удачи. Спасибо вам. Спасибо. Приходите к нам.